Как поживает моя банда? Извините, что я не сразу сделал реакцию на эту песню, как только она вышла. Люди отправляли мне кучу ссылок, чтобы я посмотрел это. Очевидно, предыстория этой песни в том, что он написал и сочинил песню для своего учителя, который скончался из-за коронавируса. Покойтесь с миром. Все-таки Димаш есть Димаш. Он проявляет немеренное уважение ко всем людям и проявляет уважение для каждой человеческой жизни. Я не удивлен тому, что он сделал нечто подобное. Мне кажется, что только Димаш это и делает. Это такой вот человек. И одному Богу известно, насколько сильно я его обожаю. Как вы знаете, это оценка формы. Я так и не внес изменения в наши критерии. Дайте мне еще недельку, и я доделаю то, что начал. Давайте перейдем к этой песне. Вот что реально важно. Прекрасная пианино. Я вижу это фото. Это должно быть он. Мне очень жаль. И вы слышали? Слышали эту боль в его голосе? В его голосе уже такая боль. Вот что я скажу вам. Никто бы не смог сделать твои проводы лучше, чем вот этот человек. Одну секунду. Вот о чем я говорил. Вот о чем я говорил. И я говорю это всегда. Не обязательно понимать, о чем поется в песне, когда ее исполняет артист такого калибра. Вот такого калибра. Каких в мире очень мало. Мало кто в мире такой же масти. Мы все профукали.
Мы стали такими коммерческими, что забыли, что значит быть поистине талантливым в музыкальном плане. Артист такого калибра может петь на любом языке, любой язык мира, и не нужно понимать ни слова. Все равно почувствуешь боль, почувствуешь печаль, почувствуешь страдания или радость. То, как он показывает это все. Его поведение, его звучание, его присутствие и его энергия — это все просто как... Это нечто святое. Это что-то такое божественное. Это воплощение истинного артиста. Вот это артист, вылитый и слепленный. Вот говорят же старые добрые деньки музыки. Вот это старая добрая музыка, и ты просто обязан выступить хорошо. Просто обязан сделать это великолепно. Понимаете, о чем я? И никакой компьютер. Просто ты обязан сделать это великолепно. Знаете, почему у него это получается? Потому что у него есть сердце. Он скромный, не звездатый, и он уважает других, почитает свою страну. Он остается человеком. Вот поэтому я люблю его. Просто обожаю. Кто мог бы сделать прощание лучше? Этот дядька, возможно, плачет на небесах, слушая, как поет Димаш. Он, может, и плачет на небесах, но в то же время он, наверное, так счастлив. Он, вероятно, глядит вниз и говорит. Это мой ученик. Так, нужно успокоиться. Спокуха, я не могу, когда он начинает петь вот так. И еще когда ты знаешь, что эта песня с глубоким смыслом. Это же исходит прямо из его сердца. То, как он поет это. Посмотрите, как он это делает. Это по-любому идет из сердца. Это совершенно прекрасно. Боже мой. Лучше отсюда. Вот этот вокальный отрывок, именно так, как он его исполнил, словно заикаясь, можно увидеть эту абсолютную агонию. Понимаете? Это словно ты плачешь. И вот когда все выходит из тебя, это и есть страдание. Вот именно здесь. Я вижу настоящую печаль именно в этом отрывке. Вот здесь. Можно почувствовать, что он потерял кого-то особенного в своей жизни. Он потерял кого-то очень важного и дорогого для себя. Просто послушайте, посмотрите на его движение, на его эмоции. Вот этот отрывок — это самый грустный момент в песне. Именно вот тут вы можете почувствовать его потерю. Жанарыңа, қарағым.
Oh, no.